Я уже вижу это интро, просто эти склейки, этот монтаж, как мы такие, да, это должно быть изи, да, это херня, и просто... Я хочу умереть, просто хочу умереть. Это буквально худшее впечатление в моей жизни. Это было ужасно. Это ребят, правда. Я просто вышла на улицу и металась там по двору, просто как сумасшедшая. Я хочу домой. Просто хочу в кроватку. Я хочу промывание желудка. Что ты говоришь? Привет. Вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Дорогие брачующиеся. С вами лучший из русскоязычных каналов про острую культуру и самый большой магазин острых соусов в обитаемой части этой галактики. Чили Броско. И это самый сложный челлендж в нашей жизни. Как будто бы. Макар. Я как хотел назвать? Кристина. Макар, Кристина и Ян. Привет, привет. Это наши альтернативные имена, потому что сегодня мы сами не свои, мы очень долго, никогда такого не было, вы помните, а если не помните, то вот здесь появится Death Nut Challenge, мы проходили, сосали самую острую на свете, это не палка была заточенная, да, потом, значит, казинак вонючий, стрёмный жрали, еще что-то ели, короче, мы проходили все возможные челленджи, и с ними не было никаких проблем, были, но не до съемок. А тут, ну это просто пи***. Мы так не хотели жевать жвачку, понимаете? Это же просто жвачка. Мы так не хотели жевать жвачку, что я готов прямо сейчас закончить этот стрим. Вот эта вот розовенькая милая херота, 16 миллионов. Я вот боюсь, что это будет по вкусу горькой, просто отвратительной херней, которую надо будет жевать. Горько. А еще нужно жевать и надувать резиновую женщину жвалами. Так гласят условия челленджа от Кат Джонс. Успокоились, и мы готовы начать. Нет, серьезно, это же просто жвачка, звучит не очень серьезно и жестко, да? Да вообще какая-то, изи-пизи. Да, звучит так, и это тот самый случай, я думаю, мы не будем долго ебала, так скажем, да, говоря по-сибирски. Не будем ебала. Я уже вижу это интро, просто эти склейки, этот монтаж, как мы такие, да, это должно быть изи, да, это херня, и просто... Все в шоке. И читаю описание. Кат Джонс. Итак, Кат Джонс, Trouble Bubble Gum, Pure 16 миллионов сковелей. 16 миллионов. Это чистый капсаицин. Больше миллионов не бывает. 16 миллионов. Самое большое количество миллионов. Желаем вам. Желаем вам приятного аппетита. Жевательная резинка Кат Джонс Trouble была тщательно изготовлена. И содержит 16 миллионов единиц сковела. Тем самым делаю эту жевательную резинку самой горячей на планете Земля. Сможете ли вы жевать Кат Джонс Трабл достаточно долго, чтобы выдуть хотя бы один пузырь? Не сможем. Это не предназначено для слабонервных людей. Сейчас себя надо. Возможно, нам просто, ну, как бы, по медицинским показаниям нельзя, предписание. Мы просто об этом не знаем. Для слабонервных людей. Слабонервные? Да. Все, заканчиваем, ребята. Мы пытались. Мы с вами были Чили Броско. Всего хорошего. Хорошего, да. Пожилых людей, детей, домашних животных. Пойдем. Людей с заболеваниями сердца из-за проблем с чрезмерным потоотделением. То есть другие все заболевания сердца, это норм. А у меня аритмия. Но у тебя же она не связана с чрезмерным потоотделением. Не потеешь, как сука. То есть обратная связь, ты сначала потеешь, как сука, из-за этого у тебя аритмия. Да, ты такой за***ся. Инструкции к челленджу читаю вам внимательно, дамы, слушаем. Дамы, постарайтесь надуть насколько можно большой
пузырь ничего не выплевывает, ничего. У меня уже слюни копятся. Пожалуйста, пытайтесь ничего не выплевывать. Плеваки выбывают. Отлично, я выйду. Вы же не хотите быть плеваками сегодня, вы хотите быть глотаками? Блин, употребляйте. Я советую это употреблять на свой страх и риск и обращайтесь с ней с особой осторожностью. С ней это жевать. Это как? С особой осторожностью. Ну это как? Это не выплевывание. Это не жрать ее. С более чем 16 миллионами единиц сковила во рту, сколько проблем вы испытаете, чтобы надуть этот пузырь? Описание нагнетает. Раз ты сможешь переживать, прежде чем выдуть пузырь. Совет профессионала. Какой-то некий профессионал написал совет нам прямо в описании. Жуйте очень быстро. Хороший совет, сон, да? Чтобы обеспечить контроль качества, максимальную эффективность и свежесть. Не забываем, да, что это жвачка, то есть мы, по идее, должны освежиться. Жевательная резинка Trouble производится и упаковывается вручную небольшими партиями. И у нас действительно есть одна из этих партий. Состав. Давно не было, да? Old school пошел. Состав сахар и чистые 16 миллионов капсаицин. Это, кстати, неправда, потому что в составе есть еще все, что составляет, собственно, жвачку. Там всякий сироп кукурузный, шуга, ну, типа. А у них нет никакого ароматизатора со вкусом бабл-гам? Есть. Написано «натуральные ароматизаторы». Самая острая жвачка в мире, 16 миллионов чистого капсаицина. Прямо сейчас прекрасные дамы и один я. Давайте сделаем это дело. Нет! А, я забыл важную вещь. Подождите. Так как, собственно, все челленджи в нашей истории новейшей Челебро за последние 3 года мы проходили вместе с Максом, два быка, так сказать, два старожила острой культуры, и всегда мы все ели пополам, и либо, ну, каждый поровну и так далее. А тут со мной две хрупкие, красивые мадамы находятся, которые весят вместе в 2 раза меньше, чем я один. Я съем как в рекламе, помните? Тебе одну или как в рекламе? Я съем 2. И это очень пожалею об этом, естественно. Я съем 2 таких жвачки. Одна... Она здоровая, съем. Да! Ты уверен? Нет! Может быть, лучше вы половинку? Да нет, напополам типа? Да нет, давайте жевать. Ну это же просто жвачка. Слушай, она пахнет как детский орбит. Да. Как детский орбит. О, это значит там прикольно. Блин, она еще и капсаицином. Да. О, хочется чихать. Я тоже реально прям такая. Я съем 2. Чихнуть хочется, да. Но если вы не наберете просмотров, лайков и всей вот этой хуйни, я думаю, что нам пора завязывать. Что? Покажем. Вот так это выглядит. Тебе тоже вывалилось. Уже все, кашель пошел. Мне в глаз попало. Я не знаю. Блин, только жрать не начали. Я серьезно, мне в глаз попало. Уже умираю. Она выглядит, кстати, как, знаете, не как жвачка, а как какой-то такие были, блин. В детстве рачки, не рачки, какие-то вот такие штучки. Гусиные лапки, рачки. Гусиные рачки. Что с вами? И как раз середина ролика сейчас, я надеюсь. Поэтому я скажу, ребят, не забывайте подписываться на Boosty. У нас там выходит эксклюзивный контент. У нас там выходит раньше всех контент. И у нас выходит там контент без цензуры. Соответственно, никаких пиков раньше. И вообще, люто лакшери... Rich and beautiful. Все. А также под каждым роликом мы разыгрываем вам эксклюзивный. Вот здесь будет анимашка. Вам надо подписаться, оставить нам 774 комментария каждому. Не всего 774, а всего должно быть 16 тысяч комментариев под каждым роликом.
Все, жуем, давай. Я напомню, что надо надуть пузырь. Юль, ты помнишь, что надо надуть пузырь? Я помню, давайте только все вместе, пожалуйста. Я переживаю, что у нас с тобой астма у обеих. Я сейчас... У обеих. Ой, как я понимаю. Вот, и у меня с собой, например, нет ингалятора. Хорошо. Достать. Ну давайте. Самая острая жвачка в мире, 16 миллионов сколи в исполнении Челеброс. У тебя такая плоская она. Мне кажется, она у меня самая большая. Все. Давайте. Это отвратительно. Она не жует там. Не сплевывая. Ну помните, что надо быстро жевать? Угу. Если бы она еще жевалась. Ага. Ужасно. Не, вторую я, наверное, не буду. Она просто в рот не поместит. А-а-а, проглотила. Угу. Ох ты ж, блядь. А вы глотаете? Ладно, я признаю, что дверь это жестко. Она какая, ты плевот, плевака. Это было быстро. Надувай ты быстрее. Я не могу. Я тоже. У меня глаза вспотели, нахуй. У меня просто мокрый. Не надувается, нахуй. Звук пропал. Поломался. Она, ты еще жуешь? Подбери, ты красава. А жевать, а это надувать? Да как ее надуть? Это надо сгруппировать язык, там как-то сделать. Ну так не так страшно на самом деле. Делаем и все. Ой, растягивается. Да, она стрёмно надувается. Она у меня уже превратилась, знаешь, в кусок, короче, глины жесткой. Я вообще... Получилось? Да. Получилось? Было, да. Нахуй? Ты выплюнула? Ах, сука. Я слишком стар для этого дерьма. А еще одна откуда?
Все норм со всеми. Все норм. Вам это нужно было? Вы это сделали. С Юлей все нормально. Она тут ходит. Я вам будете? У меня очень острые слезы. Сейчас все нормально будет. Фу. Главное не шевелиться. Все будет в порядке. Короче, сам в том, что вот те слюни, которые мы глотали, они сейчас плавненько так идут вниз. И у меня сейчас упало это все в желудок. Ощущение, надо вам сказать, ощущение из пред. А ты надула? Как самочувствие? Отвратительно. Ужасно? Ужасно. Это буквально худшее впечатление в моей жизни. Девчонки, пацаны, все за Настю с Юлей, пожалуйста, проставим сердечек. Вот такие. Типа по отвратительности ощущения это сравнимо с тем, когда ты глотаешь зонд, и у тебя берут вот эти вот анализы. От дождя, который. Да. Макс, Настя, мощная. А я что, не мощная? Я вообще-то дольше всех жевал. Что, надула? Ну я согласен. Я надула пузырь. Да, Настя, красава, Юля, не рип, и это уже как бы большое достижение. Она что-то пожевала. Но я, это было ужасно. Это пи***ть, ребят, правда. Фу, сука. Я хочу умереть. Просто хочу умереть. Да не надо. Ну, в смысле, просто не умирай, ладно. Ладно. Я просто вышла на улицу и металась там по двору просто как сумасшедшая. Как курица без головы? Да, буквально так. Просто выплевывала все слюни, которые были. У меня были мысли, чтобы блевануть, но я не могу. Ресерчим о этой теме. Я видел этого деда, который съел 16 этих жвачек. Но я не видел ни одной девушки в Ютубе, на Ютубе. Которая их ела. Ужасно. Нашим дамам большое уважение. Вы крутые, вы самые крутые. Ладно, это не важно, ребята, мы сделали это. Это было очень сложно. Это, наверное, это не сложнее леденца. Потому что у леденца все-таки были временные рамки. Мне уши заложило. Мне очень сильно болит желудок. Очень сильно. Блин, девчонки, лайки накидали срочно, все увидите. Они страдали за ваши грехи. Я хочу вам сказать одну вещь, которая меня очень сильно подбадривает каждый раз, когда мы это делаем. Больше никогда не придется. Это же верно. Мы... Ебали вала. И очень долго собирались это сделать, но мы это сделали. И если это наберет мало лайков, да уже Ни уши не закладывают, ничего, меня просто морозит, и у меня очень сильно болит желудок. Все пройдет, все, это пройдет, поверь. Я понимаю, что это пройдет. Реально. Чипсина такое, но, когда мы ели Деснат, когда мы ели этот леденец, ты думаешь, что это самое худшее, что с тобой случается в жизни? Это правда. Но потом все проходит, реально, время лечит. Ау. Настя просто
Красотка. Iron Girl, реально. Просто пи***ц. Она выплюнула незадолго до того, как эта жвачка сама эвакуировалась из моего рта, реально. Господи. Настя просто жевала и жевала, и даже мы пи***ли с ней по пузырю, по правилам челленджа. Типа, Настя просто пи***ца крутая. Я хочу домой. Просто хочу в кроватку. Мне кажется, мне будто бы все силы покинули просто разом. Просто вот все, что были, все меня покинули. А ну а обливать ты что, не это? Вот Макс, у него вообще просто с этим. Он что, блюет? А блевать? Да. Юль, иди два пальца в рот, все, желудок не болит. Класс, я пошла. Давай. Прекрасно. Фу. А когда блюешь, еще все острые слюни, все. Это вы знаете, смотрите, жрать острые. Ты сначала, короче, жуешь, это все. Тебе больно, пи***ц, рот горит, губы надуваются, температура тела поднимается, тебе у тебя HD зрение, ты начинаешь, у тебя звук пропадает, в глазах рябит, в а**у сидишь, ничего не отдупляет, что происходит. Потом еще идешь, блюешь, это острый хуй, а на утро что? Посрешь еще остротой, а? Каково, и в рот, и в жопу, короче, слава богу, это закончилось. На самом деле, в начале она пипец какая вкусная. Она реально как детский орбит. Ну, в начале, когда ты ее жуешь, она прям это... Ну, сколько? 0,7 секунды? Ну, пару секунд. Я прям сначала, я такой, жду, да нормально, сейчас челлендж пройдет. А потом, как начался это... А тебя не анестезировало рот? Рот, у меня губы, как будто я это, мне вкололи что-то. То если вы хотите не соус, а какую-то просто интересную фигню из мира остроты, берите вот эти Skikken Jelly Beans. Они небольшим, там немного хабанеры, возможно, какой-то присутствует. В составе оно, по крайней мере, заявлено. Вы что-то еще собрались есть? Нет. Это не острых. Это просто вкусно и немного пикантно, но это лакричные, как бы вот эти стандартные маргалатки, очень крутые. Супер эксклюзивное дерьмо. Не, она закрыта. Да, тогда. Вы обе проблевались? Да. Нас самые классные девчонки. У меня прямо губы, нос, вот все, слезы были острыми, реально. Да, ну, да. Бывает, возможно, вы видели, что моча бывает острая, ну, типа, вот поешь что-то соусом, и прям, типа, жжет, когда сышь. Сейчас слезы острые, сопли острые, я вот вытираю сопли, а у меня прям нос онемел и очень остро. Все так. Чё сидим-то, короче, давайте продолжать это делать, но просто уже тогда все, скажем всем спасибо. Спасибо, да. Ребят. Да хотя, да, что мы сделали такое, что, да, нам спасибо, нам сделали спасибо. Для вас контенту. Как будто бы охуенный ролик, мы это пережили, да. И я надеюсь, что, ну, девочки, я выражаю вам супер большое уважение, и я надеюсь, что это правда в вашей жизни не будет, это будет самое тяжелое, короче, что вы пережили. Спасибо. Люблю вас, люблю всю нашу замечательную команду. С вами был Чили Броско. С вами был Чили Броско. Да что, плевать? Да нет. Спасибо, пока. Пока-пока. Кат-кат. Пи***ц просто. Ребята, это дичь-дичь. Хлопайте нам, хлопайте! Умою такую! Девчонки, вы... Боже, это... Я реально, короче... выдержали? Я не знаю, я просто сижу, я понимаю, что у меня отрыжка идет какая-то нездоровая уже. Желудок давит. Я такая, ой, мне все гренки вышли. Отрыжка с гренками. Просто, да, там уже это квас такой. Не забродить сейчас. Ну, а можно да тоже рассказать подробности? У меня такое ощущение, что у меня там кефир, не знаю, все пойдет сейчас на создал какую-то абсолютно новую консистенцию.
Пенообразная хуйня, блядь, реально, как будто кислородный коктейль вот этого меня, сука. И она просто выходит, и я такая смотрю, такая, уж я тоже испугалась. Сначала просто мне... Нет, нет, я вообще не хочу ни... То есть из вас только пена шла? Ну такая, с гренкой. Прям пена, прям нет, сначала, пена. Нет, сначала чесночная, просто... Чесночная, острая. Нет, сначала просто тупо пена, без вкуса. А из-за остроты нос заложила, то есть вкуса вообще... Ну я поэтому не чувствую, что от нас блевотины воняет. Да. По-любому, да. То есть вот это, она, наверное, пена для бритья похожа, короче, вот. Неплохо. В следующий раз можешь сюда блевануть? Я подаюсь. Да ладно, мне не растет здесь. Блин, это было жестко. Давайте я так скажу. Ну, типа, Death Nut, но он был первым. Он, наверное, был самым жестким. Хотя нет. Какой? Леденец самый. Казинак невозможно было просто жевать. Он, ну, типа, в этом с ним проблема была. Леденец. Нам еще напомнили, что мы, оказывается, Tube of Terror жрали. Если вставите вот этот Tube of Terror, ребята, тоже, смотрите эти челленджи. Не единственные делаете. Tube of Terror, как прошел у нас? Вот тот момент, когда сердце начало, оно очень быстро начало. Я же даже напугалась. Оно прям просто как бешеное начало стучаться. Все, уши закладывают, это икота, и просто паника начинается. То есть у тебя весь организм переходит в такой режим экстренный, что типа что-то не то. Да. А ты типа знаешь, что это ты, потому что это ты сделал со своим организмом. Вот слушай, я говорю, я вот так вот два раза в моей жизни вот от острова так было, что я не блевал, но я вот так стоял и просто... Один раз, кстати, вот один раз это было в московском баре, а один на новосибирском. Мы что-то здесь сожрали, и все сломалось. Я что-то нажал, и все сломалось, и я приехал в Хаммер выпить пиво, взял картошки. Картошка взбудоражила все дерьмо, которое у меня было. И там не было туалета, я спустился вот в Рок-Сити, в раздевалку, в туалет, и я просто, я такой, пи***ц, сейчас я буду блевать. И вот так я встал тоже, в этой кабинке туалетной, и, пи***ц, и такой, у меня все потемнело, я ничего не вижу. Я, почувствовала, я почему так быстро выплюнула, что мне уже, типа, плохо, и я думаю, и я уже глотаю эти слюни, и мне уже плохо. И я подумала, если я буду доводить это до конца, у вас что вы там говорите, что уши заложило, типа, да. Слышать ничего не могу. Ну, я просто плакал. Да, а я нет. Лицо очень сильно чешется. Ну, у меня всегда, кстати, такая реакция на мегаострый. Типа, я всегда плачу. Но в этот раз, сука, первый раз моча была острая. Сопли... Ты уже по сайт сходил? Нет, в смысле, я имею в виду, вообще в моей жизни было такое, что мы что-то сожрали. Ну, ты обоссался. На твой стул поссал. Наверное, естественно. Что ты облеванная. Я думаю, тепленько что-то сделала. Облеванная, обетованная, обмоченная. Золотой дождь прием получил. Прием, прием. Короче, да. Моча была острая, сопли, слюни, понятно, были острые, но слезы, сука, это первый раз. Слезы, да. Капсаицин. Ой, там еще что-то пишут, что ли? Появился. Господи, а я думала, это специально. У меня до сих пор, короче, когда горло это першит. Все, вы же все или мы вот эти слюни, короче, они все. Это до сих пор острые. Там мы, я просто вижу, что. Ну, у меня просто пишут. Все, они умевшие, но. Я хочу в парк на плед лежать и наслаждаться жизнью. Я хочу промывание после. Желудка.